уважаемые жители и гости Одинцовского района! В период проведения праздничных мероприятий, посвященных празднованию Нового года Рождества Христова, сотрудники полиции будут нести службу в усиленном режиме, обеспечивая правопорядок и общественную безопасность на территории нашего района. Органы внутренних дел обеспечат привлечение необходимого количества личного состава и технических средств для охраны общественного порядка и безопасности при проведении праздничных мероприятий. При необходимости будет сопровождение участников массовых мероприятий патрульными автомобилями ОГИБДД. Для оперативного реагирования на сообщения граждан о правонарушениях предусмотрено усиление следственно-оперативных групп и количество патрульно-постовых нарядов полиции в местах массового отдыха граждан. Межмуниципальное управление МВД России Одинцовское напоминает быть внимательными и бдительными при использовании пиротехнических изделий, а также в случае обнаружения подозрительных предметов, незамедлительно сообщить дежурную часть управления по телефонам 8-495-593-1062, 8-495-593-2065 или 02.